Согласно Конституции Украины, граждане имеют право обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления и к их должностным и служебным лицам. Обращения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Обращение может быть устным, изложенное гражданином и записанное должностным лицом на личном приеме, либо письменным, направленное почтой, либо переданное гражданину в соответствующий орган, учреждение лично или через уполномоченное им лицо. Одно из главных условий, которое необходимо учитывать, это соблюдение формы обращения. Нужно отметить, что при отсутствии одного из компонентов просьба останется без ответа. В обращении должны быть указаны имя, отчество, фамилия, место проживания, изложена суть вопроса обращения и подпись заявителя с указанием даты. Обращение гражданина в зависимости от сложности вопроса может рассматриваться от 15 до 45 дней. Кроме того, интересующий вопрос можно обсудить с руководителем службы. Для этого необходимо предварительно записаться на личный прием. На вопросы, касающиеся налогообложения, можно получить ответы в Государственной налоговой инспекции в 209-м кабинете.